И так говорится, йогам майам анхата гата патир. Функция йога майя – невозможное делать возможным. Это функция йога майя. И йога майя – это как раз называется милость Кришны. По милости Кришны невозможное становится чем? Возможным. А как раз функция Махамайи – возможное делать невозможным. Как узнать, что человек в Майе, и как узнать, что человек вышел из-под влияния иллюзорной энергии? Как узнать? Действие. Что за действие? Вот мы можем равно относиться к друзьям и врагам. Кто в своих чувствах находит равное отношение к друзьям и к врагам? А это лишь гуна благости. А кто может полюбить Мару? Или как Христос говорит, полюбите врагов своих. Вот это невозможно. Как узнать, что человек попал или находится под влиянием духовной энергии? Он может любить тех, кого любить что? Невозможно! Он даже врагов может полюбить. Он может полюбить даже саму смерть. Он способен любить то, чего любить невозможно. И поэтому говорится, любовью человек начинает что делать? Продвигаться. Промышлять этот промысел. Мы же находимся всегда в этой концепции двойственности друзей и врагов. И поэтому здесь в стихах говорится, враг мой, смотри на эту битву, как на азартную игру, где ставка жизнь, игральные кости, стрелы, а ездовые животные, игровая доска. Как он называет его? Враг. Что значит враг? И друг. Противник. Что это игра? Враги и друзья – это все игра. Сегодня одни враги, завтра другие. Сегодня эти друзья, завтра они враги. Как игра. Поэтому он не испытывает к ним каких чувств? А? Как игра. Игра на санскрите называется лила. Лила. Итак, Вритрасура находится на такой высокой платформе. Говорится, нама рупа гуна лила. Он уже постиг что? Игру. Говорится, когда Кришна хочет играть в материальном мире, сразиться с кем-то особенно. Потому что в духовном мире он ни с кем не сражается. Именно это является причиной того, что Кришна творит материальный мир. Потому что только в материальном мире можно иметь кого? Врага, конечно, врагов. Врагов можно иметь только в материальном мире. Только Махамайя друзей превращает в кого? Врагов. Врагов, любовь в вожделение, потому что превращается. И как только вожделение входит, сразу появляются друзья и враги. Потому что вожделение – это и есть энергия майи. Майя сразу начинает эту игру. Она друзей превращает в врагов, врагов в друзей, и так все, и начинает манипулировать. Удовлетворили чувства, в которых что? Майя, иллюзорная энергия, иллюзия. Поэтому чувства несовершенны. Поэтому они ошибаются. Друзей за врагов, врагов за друзей. И все время человек врет.